26 января вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 79 подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102 районах. В районе населенного пункта Синькова Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Украины.